я Вика. Сегодня мы вяжем пончики, накидку, шарфик, вот что угодно, как хотите. Вот. Ну, в общем, очень простая конструкция из одного мотка ниток всего. Пряжа у меня вот эта вот, опять же, я испытываю ту, которую мне дали, дармовую, по одному мотку, мне больше ее некуда было, потому что три мотка мне дали разных цветов, вот, ну и вот мне ее надо как-то приспособить. В общем, для начала 100 граммов, 550 метров, 600 ярдов, 5% мохер, 15% шерсть и 75% премиум акрил. В общем, это, ой, да еще 5% металлический полиэстер, ну, в общем, блестки, которые вообще, вот, сама пряжа бы и ничего бы была, если бы не эти блестки. Вот думала я, что из нее приспособить. И цвета вроде бы красивые, но куда вот эти блестки, вот я не понимаю. В общем, не важно. Важно то, что я вам хочу сказать, любая ангора 500-600 метров в 100 граммах вам подойдет. Любая. Любого производителя. Вяжем мы простой прямоугольник. Набираем 100 петель. 100 петель. Это у меня 70 сантиметров. Спицы 4 миллиметра у меня были. Я уже просто этот прямоугольник связала, поэтому я вам так и показываю. В общем, ровный прямоугольник. Длина его 130 сантиметров. Сейчас будет узор, каким я вязала. Вот я его сейчас вам покажу. Изнанка, лицо. Итак, узор, девчонки. Число петель должно быть кратно 6 плюс 4 петли для кромки. Вот он узор. Если его обработать, вот так вот он выглядит. Ну, это вы еще увидите. И кромка вот эта вот, кромочная, лицевой. Ну, в общем, из платочной глади вот эту кромочку я сделала. Хотя она все равно заворачивается. Но я считаю, когда разутюжится, это все будет ровно выглядеть. Значит, для образца я набираю 28 петель. Итак, 28 петель. Первые два ряда я вязала чулочной гладью, то есть один ряд лицевыми петлями, один ряд изнаночными петлями. Вот и здесь я сделаю точно так же. Кромочную я провязываю лицевой. Итак, кромочную здесь лицевой. И в следующем ряду тоже. Единственное, что в изнаночном ряду вот эту петлю вторую после кром, ну, первую после кром, первую, а вторую от начала ряда я вяжу лицевой. То есть это те две петли, которые я буду провязывать лицевыми петлями. Так вот, две последние петли осталось, я провязываю лицевыми их. И теперь сам узор. Узор состоит из двух лицевых рядов, ну или четырех в общем количестве. На первый ряд вот я провязала эти две петли, которые у меня как кромка, делаю накид, меняю местами первую и вторую петлю, первая всегда поверх второй, везде у нас будет, и провязываю 3 петли вместе лицевой, делаю еще один накид, провязываю 3 лицевые петли, 2 3. Накид, снова меняю 3 петли вместе лицевой, вернее, снова меняю вторую поверх первой и провязываю 3 петли вместе лицевой, накид, 3 лицевые петли. Далее накид, снова меняю местами вторую и первую, 3 петли вместе лицевой, накид, 3 лицевые. 3. Накид, 3. И все, и последние 3 лицевые петли, 1 2 3, и еще 2 кромочные, тоже лицевые петли. Изнаночный ряд, эти 2 кромочные
одну снимаю, одну провязываю лицевой, все остальные петли провяжу изнаночными и две последние лицевыми. Далее это второй лицевой ряд, ну по сути он третий лицевой, да, вот эти вот три петли, где у нас был накид и 3 вместе и накид, мы провязываем просто 3 лицевые, а те три петли, которые у нас просто были провязанные, мы здесь делаем то же самое, что мы делали в предыдущем ряду, меняем первую, вторую, вторая поверх первая, провязываем 3 вместе и накид. И снова 3 лицевые. То есть мы делаем все то же самое, только в шахматном порядке. И так далее мы будем вязать. То есть мы будем всегда будем провязывать те 3 петли, которые в предыдущем ряду у нас провязаны лицевые. Как только мы видим вот здесь вот близко эти накиды, мы их просто провязываем лицевыми. А вот те, которые, оно видно, оно очень хорошо видно, были провязаны, мы их делаем узор, меняем местами вторую и первую, провязываем 3 вместе и по бокам по одному накиду. Вот и весь узор, девчонки, на самом деле очень простой, симпатичный и доступен всем, я считаю, абсолютно всем. Все, изнаночный ряд изнаночными. И вот таким вот образом, вот видим, там, где мы провязывали, образуется такой кружочек, где 3 вместе, он сужается. То есть эти кружочки у нас, видите, идут в шахматном порядке. Все, девчонки, весь узор. И вот этим вот узором мы вяжем 130 сантиметров в ровное полотно. Ой, даже в камеру не помещается. Вот такой вот получился прямоугольник большой у меня. Вот. Далее это полотно мы складываем лицевой стороной вовнутрь. Там со стороны, знаете, где у меня кусочек ниточки осталось. Вот. Вот, и от конца начинаю сшивать. Кстати, вот здесь вот тоже не обязательно сшивать. Можно оставить такой свободный. И вот я его сшиваю вот с этого края. Передвигаюсь к сгибу. Это я потом продену эту ниточку. Вот смотрите, сшила я ровно половину этого полотна, то есть 32 сантиметра, да, ровно половиночку, половину оставила для выреза горловины. Вот сейчас я продену эту ниточку и покажу вам на манекене. Вот на манекене он выглядит так. И такое легкое полотно, здесь я сделала такую драпировочку, которая не обязательно, можно и так его вот на таком манекене, чтобы вам было виднее. Вот здесь вот можно будет вот так вот одевать. Вот на теле оно будет удобнее аранжироваться. Вот такая вот легенькая, такая свободная, воздушная накидка. Летом вообще отлично. На прохладный вечер, денечек. Если он прохладный. Вот. Вот. Либо вот такое вот решение. Да.
Очень хороший такой платок, снуд, шарф, он его завернуть можно как угодно, дырочку, дырочкой одеваете сюда, а концами обворачиваетесь как вам угодно. Вот такой еще вариант. Ну и вот последний вариант вам показываю. В качестве капюшона либо платка тоже возможно его носить, накинуть на голову, концами обмотаться, как вам удобно. То есть вещь абсолютно универсальная, круглогодично вы ее использовать будете всего лишь из одного мотка пряжи. Все, девчонки, на сегодня это все. С вами была Вика из школы рукоделия. Всем пока-пока!